Всем привет! Сегодня буду менять тормозные диски и колодки на Lexus LS 500. Значит, эти диски и колодки в стоке. Небольшой будет тюнинг. Диск Power Stop. Колодочки тоже по Power Stop с инструментом. Мне надо отверточка, выколоточка, щетка по металлу, трещотка, головка. На 19, головка на 15, 2 винтика и головка на 21. Подтягиваю колеса динамо ключом. Выставляю 140 ньютон. Так вот. 140. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.